Кто туда залез? Что там за перчики? Как вы будете оттуда вылазить-то? Ой, вас как будто не видно, а? Испугался, папа. Доброе утро, мамульчика. Привет, страна. Несмотря ни на что, у нас все равно рабочий день, да? У нас тут космический песок вчера был повсюду. Олеся еще привезла космический песок, обычный серый. Так что дети тут вчера играли. Покажи. Да? Ты рад? А расскажи, это рыба есть? Вон, вон. Я одну мучила, и все, больше нет. Не было? Не было больше? Нет. Что не надо тебе снимать? Вот такая принцесса, да? Вера, меня хоть сколько можешь снимать? Да. Вот. Я люблю снимать. Слава богу, да? Хоть кого-то из, да, вашей, Верочка, семьи можно. Да. Все, мы с Зоей всех провожаем, да, Заюня? Маши, тетя Олеся, скажи пока. Скажи, приезжайте, да? Приезжайте, будем ждать. Пока. Давай ворота закрывать. Давай я первая, потом твое ворота, да? Давай, теперь твою воротинку. Давай. Пальцы убирай. Я первая. Ты пальчики только убери, хорошо, и ты потом первая. Оп, все готово. Первая. Ты первая? Ты моя девочка. Женька, скажи, ты кто? Зосик. Красавица? Зосик. Зосик? Ты Зосик? Дед Мо, ты красавица. Нет. Нет? Так, ну что, привет. Я, в общем-то, уже, знаете где? В Титаровке. Сейчас забрала заказ Faberlic. Тут пришла мне такая штука. Такая вот макарончик. Вот такой вот он. Что делает? Для губ. Я его нанесла, но, по-моему, он еще как и для щек. Не знаю, в общем, как он там это, но на губы я его нанесла. Мне кажется, сейчас такое лицо 350 раз вспотевшее, то что сегодня жара, вот сейчас 36, я стою достаточно в тени, то есть на солнце прям сороковник точно. Еще тут, посмотрите, куча фаберликовских этих вещей, там прям была супер-пупер распродажа, на которой же я купила себе платье, сейчас там детские джинсы, себе еще свитер теплый беленький такой, который вот здесь вот с такими камушками впереди, сижу, не штаны там одни, ну потом дома померяет, если все подойдет, то покажу. Вот, в общем, сейчас заеду до Кумы, попью чаю и домой. Так, я поставила вариться компотик, здесь у меня яблоки и там еще есть заморозки. Смородина и жерделки. Яблоки, как всегда, всплыли. Эти яблоки, кстати, Олеся вчера насобирала. Они уже такие, знаете, падалицы. То есть кое-где были. Это, ну, я их в компот не закрываю, потому что следить особо не могу. Но буду, естественно, приходить наведываться. Вот, кстати, сижу, мне тут мерил брюки. Тут еще дети погуляли. У нас в гостях Александр. 54 размер, но Сержуни идеален. Подрезать, ну, сейчас мы их постираем, потому что, ну, мало ли, бывает же, что ткань садится. Подрезать, может быть, вот, буквально вот на еще раз подвернуть, потому что они достаточно хорошей длины. И, в общем, они же здорово смотрятся. Вот эти фаберликовские брюки с карманами, с боковыми. А вот мне по скидке свитерок. Он тоже вообще здоровский. Он мне очень понравился, он очень мягкий. Правда, сейчас, когда я его одела, чуть не задушилась, потому что жарище, но он вообще классный, смотрится здорово. 46 размер я взяла, он обалденный. Мне он очень понравился, так что я вообще не пожалела, что его взяла. Афоня, Гриш, сядь нормально, пожалуйста, и читай. Помирились? Да. А чё ж вы ссорились? Разговором. Так, может, тогда не надо ссориться? Да. Ну так пойди, Антоша, так и скажи. Иди поговори с братом, пожалуйста. Разговаривай с братом. Кто? Ну что, у нас уже часов 8.
После того, как мы поели, мы, кстати, отваривали пельмени, ничего я сегодня толком не готовила. Вот, и мы... И я, наконец-то, привела в порядок газон, потому что газон такая штука, забрасывать его нельзя, потому что он перерастет и будет вообще тогда некрасивый. Сижу, я, кстати, на косилке поднял колесики, теперь косилка косит немножечко повыше, и он... А то тогда она косила, и было, получается, видны даже корни, то есть зеленого такого не было. Сейчас вот очень красиво, зелененький газончик. Прорвала эту травку, потому что вот, кстати, пропустила. Вот так вот вылазит, видите, обычная трава вот здесь по периметру. Так, а эти братаны, что... Антош, не надо так вниз головой, пожалуйста. Не надо, просто прыгайте и все. Антош, не надо. А мне не нравится. А мне нет. А нам не вагиви. Я могу даже его пока крутить на себе на голове. Не надо его крутить себе на голове. Это как... Вам покажу, как... Ну что, вы на великах накатались? А вон же на тамбримом. Ова. Прокатим. Не надо, не надо, сына. Может ударить. Так, сына, не надо баловаться. Давай, через спину. Антоша, смотри сейчас. Антош, ну не надо его. Аккуратненько, он же еще маленький. Он не маленький, какой он маленький? А маленький. Ты маленький? Да. Я знаю. А мы любим красивые игры, да, Фань? Ну что, дети там купаются. И смотри, это, я, это типа богаче, подпивает два напитка. Сержиня в Балцентре купил мне вот такие вот горшочки для пряничных букетиков. Вот такие вот только были, таких как у Зои не было. В общем, посмотрим, как в них будут прянички стоять. Здесь прям побольше места, эти побольше горшочки, у Зои был поменьше. Так, расписала я наконец-то пряники, как и хотела, вот с такими вот розочками. Вот так вот получилось. Вот этот малюсенький мне нравится больше всего, что я его поверну. Такой вот он обалденный. На фоне там уже что-то кричит. Так, дети тут растишку, вернее мороженое из растишки делали, поели. И вот все мои причиндалы. Это глазурь белковая. Куча-куча зубочисток. И вместо палитры, так как у меня нет, обычное блюдце. Вот и все, что нужно. И руки, естественно, и пряники. Мне очень понравилось. Мне кажется, прям очень красиво, ярко так. Я прям в восторге. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.